Всем привет, с вами Голодный, и мы продолжаем играть Bloodborne Old Hunters, и давайте не терять времени, так как нам в этой серии предстоит сделать очень многое. Для начала давайте потратим наши 200 тысяч душ на прокачку. Поставим жизнь 45 и остальное все на ловкость. Остается у нас примерно 45 тысяч душ, и у меня мало ртутных пуль, давайте немножечко прикупим. Также еще потратим все отголоски. Так, на уровне нам все равно не хватает, так что давайте что-нибудь еще прикупим. Огненная бумага и молниевая бумага стоят просто огромных денег. И я считаю, что нет никакого смысла ее покупать. Давайте просто потратимся на пули. Купим их по максимуму, чтобы не испытывать в них дефицит. Итак, в прошлой серии мы закончили где-то на середине локации Кошмар Охотника, и сегодня мы продолжаем ее проходить. Итак, кто был на прошлом стриме, на пятничном стриме, еще раз повторяю, что все, кто спрашивает, стримы я сейчас провожу по пятницам, и начинаются они в 20:00 по МСК. И кто был на прошлом стриме, тот, в принципе, знает, по крайней мере, что будет здесь в ближайшее время происходить. На стриме мы много пообщались по различным моментам лора, и я понял, что некоторые моменты я уже просто забыл из оригинального Bloodborne. Так, давайте прочитаем перчатки. Перчатки Констебля. Давным-давно отряд констеблей из другого города преследовал бежавшее в Ярном чудовище. Это одежда, которую они носили. Чудовище убило всех констеблей, кроме одного, который в конце концов обратился и сожрал зверя. Эту байку любят повторять коренные жители Ярнома, которым по душе любые истории о самонадеянных чужаках, дорого поплатившихся за свое невежество. Такие рассказы делают их кровь еще вкуснее. Вообще, сет Констебля — это сет представителей Лиги, то есть сет Вальтера. И учитывая то, что Вальтер все еще жив, то это, скорее всего, просто обычная байка, что все Констебли погибли. Итак, по поводу лора. Учитывая то, что лор в Bloodborne очень многогранен, и DLC его так неслабо дополняет, я решил, что так же, как и... Так же, как и в случае с первым Dark Souls, я запишу дополнительную серию, в которой я буду рассказывать о лоре. Чувством, с толком, с расстановкой, постепенно и затрагивая все моменты. Я распишу, можно сказать, на бумаге для себя некий сценарий. Там мы разберем всех великих, кто где существовал и какие цели они преследовали. Также затронем охотников, старых охотников, охотников церкви исцеления, Бюргенверт, мастера Вильяма, Лоренса. Блин, все меня, короче, впалили. Не хотел я тут всех убивать. В принципе, можно их вообще не убивать, забрать только нужную нам вещь. Да, да ты что творишь? Не дает даже полечиться. Похоже, меня сейчас убьют. Да, меня еще и сзади зажали. Да, много я болтаю, и из-за этого получаются такие проблемы. Ну что ж, ладно, ничего страшного не произошло. У нас было там всего лишь 5000 душ. И даже если я их сейчас потеряю, то и черт с ними. Так. Мне, в принципе, необходимо только забрать штаны. Если они мне позволят, конечно, это сделать. Давайте немножко их оббежим. Я буду в процессе прохождения также рассуждать о лоре, но сразу предупреждаю, что многие моменты я могу упустить. И поэтому будет отдельная серия. Кому лор Bloodborne интересен, обязательно ее ждите. Она будет. Ну вот, меня опять зажали. Нет,
но я в этот раз выбрался. Мы забрали штаны констебля, сейчас я немножечко от них оторвусь, и мы их почитаем. Да, вроде все. Имеет такое же описание, как и у перчаток. Так, тут решетка закрыта, поваленные здания. И собаки. Упс, хотел выстрелить с пистолета и разложил пилу. Мне пишут в комментариях, почему я в комбо не раскладываю пилу, и потому что я про это постоянно забываю, и в принципе в этом нет какой-то особой необходимости. Единственное, что можно немножечко увеличить свой дамаг и разнообразить свои атаки. Так, здесь у нас всего лишь бешеная кровь. И вы только посмотрите на это. Очертания облаков, которые скрывают эту яркую луну, очень похожи на витраж главного собора. У нас витраж астральной башни. Здесь огромное количество трупов, и также здесь у нас есть еще один друг, охотник. Надо про него тоже не забывать. Но это охотник слабый. Это охотник слабый, наверху есть другой охотник. Вот тот охотник мне... на стриме, по-моему, два раза надрал задницу. Единственная проблема, то, что здесь хрена ворон, которая мешает нашим разборкам. Легко парируется. Да что ты будешь делать? Не дают мне его прикончить. Похоже, вороны с ним заодно. Вороны просто дикие. Они слабые, но когда их очень много, они могут доставить очень много проблем. Взрыв крови. Еще их плохо видно. Можем видеть, что некоторые трупы еще шевелятся. Как бы взывают о помощи. Но это кошмар, здесь все может быть. Ау. Черт. Да что сегодня за такое? Да, если будет так дальше продолжаться. Может, сегодня нужно прекратить тогда запись. Так, здесь ничего нет, мы вернемся сюда позже, когда будем брать вот тот предмет сверху. Там как раз находится очень ядреный охотник. Возможно, все проблемы из-за того, что я сегодня тороплюсь. Хочется записать побыстрее серию и лечь спать, потому что на дворе опять ночь. Ну, в принципе, как обычно, можно и не уточнять такие моменты. Давайте сначала заберем вещь, которая лежит на той стороне. Подобными вещами мы занимались в Ярнаме, если вы помните, как раз где были канализации, там были такие же балки. И это одеяние констебля. Шлем констебля мы... здесь не получим, его можно взять у Вальтера, когда мы уничтожим нужное количество паразитов. Ну и одеяние констебля содержит такое же описание. Так, возвращаемся обратно. Так, и здесь будет очень и очень противный охотник, который спрятался, зараза. Его сразу так не разглядишь. Вон он стоит. Интересно, если нам спрятаться? Не просто в текушку забрать оружие.
Да, вполне выполнимо. Саиф, охотника на чудовище. И можно отсюда валить и не убивать его, не тратить на него время и нервы, так как этот охотник очень жесток. Хотел проверить, на каком расстоянии он начнет меня видеть. Ну вот, получилось у меня запарировать, на стриме у меня это никак не получалось. Вы только посмотрите на его урон. Опс. Просто огромный урон. Он меня может убить просто с двух ударов. И не получается парирование. Нет, нет, нет. Не стоит соблазняться, так как я перебивать его не могу. И можно его просто расстрелять. Фух. Убил его наконец-то. Но единственное, ради чего стоит убивать, это получение паразита для повышения в Ковенанте Лиги. Больше здесь ничего и нет. Кстати, мы подобрали новое оружие, сейчас его прочитаю. Не зря я накупил патронов. Я просто помню, как они у меня на стриме постоянно кончались. Саиф охотника на чудовищ. Хитрое оружие старых охотников. Изгиб первого клинка скрывает от глаз второй, спрятанный внутри. В своей обычной форме Саиф напоминает длинный изогнутый меч, но при трансформации его можно сложить, чтобы нанести противнику ряд неожиданных колющих выпадов. Подобное оружие позволяет владельцу использовать его в самых различных ситуациях, однако постепенно на смену Саифам пришли пилы и другие клинки. Вот так вот она выглядит. Как можем видеть, да, там за большим клинком скрывается маленький. Такой вот мувсет. Очень размашистый, медленный, сильная атака. В сложенном виде атака, первая атака выглядит очень интересно, так как происходит как бы такой выпад вперед. И в сложенном виде стоит по скорости наверняка подсоперничать даже с пилой топором. В принципе, неплохое оружие, как альтернатива даже пиле. Если куски кровавика, то можно прокачать и попробовать с ним побегать. Но лучше потратить осколки кровавика на что-нибудь более интересное. И астральная башня. И эта луна. Завораживает. Здесь лучше всего пробежать вот таким вот макаром, оббегая этих двух здоровяков. С ними вы всегда еще успеете схлестнуться, если захотите. А нам лучше сбегать сначала сюда и обследовать еще оставшийся кусок кошмара и убить ящерку. Очень странно как-то сделаны тени. Я очень сомневаюсь, что они правильные. И давайте призовем здесь за счет озарения охотника. Старый охотник Генриетта. У нее оружие молот, любимое оружие охотников церкви исцеления. И опять же по тени можно понять, что где-то сверху стоит еще один охотник, который сейчас здесь и появится. Огромное количество жизни. Генриетта, я для чего парировал? Я помню, на стриме она сама его у меня умудрялась парировать. Да.
И неплохо с ним там сражалась, но что-то не в этот раз, походу. Я не знаю, сколько у них жизни на обычной сложности. И еще один паразит, но на New Game Plus просто неприличное количество жизни. Так, тут у нас вороны, и там не особо важный предмет. Можно упасть с этой стороны, чтобы не падать сразу в центр всех событий. Да, всего лишь пузыри. Можно было сюда и не бежать. Да, очень классный дизайн тут у противников. Bloodborne. И здесь у нас улитка, которая падает с небес. И это очень странно. Но мы потом найдем объяснение тому, откуда она взялась. Но это будет позже. А здесь у нас пила-вертушка. Очень интересное оружие. Давайте сразу его почитаю. Хитрое оружие, изготовленное еретиками в мастерской пороховыми бочонками. Его особенно любил старый охотник Вальтер, прозванный пожирателем чудовищ. Им можно орудовать как булавой, но его секрет лежит в закрепленных на рукояти металлических пилах. Их увенчанные острыми зубьями диски быстро вращаются и вгрызаются в плоть противников, раздирая тела чудовищ клочья. То есть получается, что Вальтер на самом деле выжил, его прозвали пожирателем чудовищ. И возможно, что он вообще впоследствии присоединился к пороховым бочонкам. Ну что ж, Генриетта, поможешь мне разобраться с этими... Так, где ты? Генриетта? Сейчас я добегу до фонаря и покажу мувсет этого оружия. Он достаточно интересен. Ох, ядрён потом. Вау. А где наша Генриетта? Да, бросил я женщину. Так, кто-то кого-то там репостит, похоже. Генриетта, у тебя еще там много работ. Блин. Блин, как же я вас ненавижу. Кто бы только знал. Как я говорил, самый отвратительный противник. Наверное, вообще в Bloodborne, который есть в Bloodborne. Так, Генриетта, ну хоть одного, давай убьем уже. Это жесть. Еще и режим колокола врубил там. Да. Генриетта сама не хочет никого убивать и сама не может никак сдохнуть. Ну вот я сейчас просто групповое изнасилование тут, что произошло. Две огромные твари. Так, ладно, пока вы там развлекаетесь, я пойду сбегаю за сетом, который вы тут охраняли. Сет мясника. Не успел. Я ни хрена не вижу. Интересно, здесь безопасно? Ты задолбал меня. Умри ты уже.
10 ртутных пуль он, по-моему, всегда дает. Блин, потратил все пузыри, но вот этот дает пузыри. А, ну да, 6 пузырей. Немного купил мои труды. Ну что ж, можно спокойненько сходить в сон охотника и заодно посмотреть пилу и почитать сад мясника. Итак, пила-вертушка. В несобранном виде выглядит как вот такая булава. Ничего специфического. Примерно такой мувсет. Но в собранном виде все становится намного интереснее. Вот такая вот бензопила. С ней даже можно вот так вот крутить ее и ходить с ней. Пока у вас есть выносливость. Так, ну что ж, у нас есть 54 тысячи, на уровне мне чуть-чуть не хватает, нужно еще 4 тысячи, ну сейчас мы доберем, у нас тут есть. Немножечко крови. Welcome. Так, добавим еще ловкости. И сейчас нам предстоит тяжелый бой. Если вы хотите позвать на этот бой помощника Вальтера с пилой, то вам необходимо предварительно поставить руну, которая называется Нечистота. Руна Лиги, которую нам давал Вальтер. Так, и сет мясника. Маска мясника. Маска близнецов Мадарас. Обитатели запретного леса. Скорее всего, она принадлежала старшему из братьев, близнецов. Близнецов выкормила ядовитая змея. Повзрослев, они вернулись к людям и стали охотниками. Говорят, что когда они нашли паразита в чреве своей приемной матери, младший брат убил старшего. Эта маска очень похожа на маску кладбищенского сторожа. Ну что ж, отправляемся бить первого босса. Как ни странно, на стриме у меня его получилось убить с первого раза. Нам осталось пробежать совсем немного. Так, пропустим этого парня, пусть он идет своей дорогой. Нам он не нужен. Взрыв крови. Здесь бабка, не забывайте про нее. Вот, иначе она выковырит вам глаза. Этот парень, который ломится во врата. Как мы знаем, охотники церкви запирали врата, когда уходили на охоту, и не открывали их до того, как не вернется старший охотник. И, возможно, это символ того, что многие люди пытались сбежать и скрыться в церковном округе, спасаясь от чудовищ, но их не пускали. Всегда дает 5 пузырей. И, можно сказать, на нем даже их можно фармить. Бегать туда-сюда и по 5 пузырей получать. Что ж, а здесь мы встречаем первого охотника церкви исцеления Людвига и его кошмар. Has just come in.
ужасная тварь. Начинается бой. Мне будет очень тяжело комментировать этот бой и биться с этим боссом, так как этот босс, многие знают, очень жесток. И вот он меня проводит. Уже серию атак. Есть у него атаки очень смертельные, поэтому лучше всегда держать свое здоровье на максимум. Вот этот прыжок. Нужно удачно подбирать тайминг. Бадание, которое сносит очень много жизни. Плевок. Достает не так далеко, можно отойти. Подлечиться. Лучше атаковать его с правой стороны. С правой для него, с левой для меня. И побег. Вот этот пробег, он как бы начинает, как лошадь, топтаться на месте. Да, на стриме, как вы могли видеть, все это казалось... Все это казалось просто, но последний прыжок, он стал для меня смертельным. Забираем наши 5 бутылок. И попробуем. Попытка номер 2. Немножко я потерял контроль над ним. Сразу привело к не очень хорошему результату. Первый удар у него всегда такой, и стандартный ворот к нему в бочину. Вот он. Это короткий прыжок. Просто по окончанию его крика делаем уворот. Я его потерял с виду. Наскок. Не такой страшный прием. У него очень много различных атак. Так, ну вот это вот, когда он приседает, лучший момент для атаки. Да, атаки по его ногам. И вот где-то в этот момент нужно, да, когда вот капнет кровь сверху. Так, разгон. Лошадь Пржевальского. Оу, достает. Меня плевком своим. Ну что? Кто-то, ну это вообще уже. И вот буквально одно неудачное движение, и он меня загрызает. Так, третья попытка. Попробую больше сосредоточиться. Оу, но не успеваю. И это может быть... Нет, плевок. Это шанс полечиться. Да, вот. От этой серии у меня почему-то последние разы не получалось уклониться. Так, это длинный. Я его теряю из виду.
не есть хорошо. Кстати, когда он делает длинный плевок, можно забегать к нему под левую голову и наносить еще несколько. Так. Так, начал немножко психовать. От этой серии укусов, блин, рано. Самое главное увернуться от первого. Дальше можно нанести ему несколько ударов. Так, Людвиг немножко приходит в себя. Не успеваю. И опять не успеваю. Вот о чем я и говорил. На стриме все получилось очень идеально. Ну, практически идеально, кроме, может быть, там концовки. Ну, можно было ему сейчас нанести пару ударов, пока он втыкает этот свой меч, и колющий удар очень далеко достает. Главное увернуться от этого длинного замаха. Сейчас будет серия вертикальных. Но я уж слишком обнаглел. Можно сделать ему два репоста во второй стадии. Можно сказать, что это обязательно. И, кстати, когда вот он так начинает делать, можете смело атаковать его по заднице. Этим самым он сам себя загоняет в могилу, но... Блин, а этим я сам себя только что загнал в могилу. Получается у меня полноценно уворачиваться. Давай хоть бутылку выпью, что ли. Еще одну на всякий случай. Подходим. И еще один репост напоследок. Вот, в принципе, и все. Для некоторых первая стадия сложнее у Людвига, для некоторых вторая. Для меня, в принципе, одинаково. Так, это какая у нас была попытка? Третья, по-моему, по счету. Good hunter, have you seen the thread of light? Just a hair. A fleeting thing. Yet I clung to it, steeped as I was in the stench of blood and beasts. I never wanted to know what it really was. Really, I didn't. И чтобы получить уникальный диалог от Людвига, нужно надеть одеяние черной церкви. Tell, have you seen the light? Are my church hunters the honorable Spartans? I hoped they would be. В стриме я говорил да. Страдай. Just as I feared, then a beast-possessed degenerate was I, as my detractors made eminently clear.
Does the nightmare never end? Меч священного лунного света. Возможно, именно меч лунного света и свел его окончательно с ума. Давайте почитаем его описание и руну, которую он дал. Зачарованный меч, найденный Людвигом давным-давно. Когда на лезвие падает лунный свет, по нему начинают струиться все цвета бескрайнего космоса, а клинок начинает источать сумеречное сияние. Меч священного лунного света невозможно представить в чьих-то руках, кроме рук самого Людвига священного клинка, но мало кто видел его своими глазами. Если оно и впрямь наставляет и ведет своего владельца, то делает это скрытно, не позволяя узнать об этом никому другому. Я не могу, к сожалению, его поставить. Для него нужно 14 тайны. У меня ее всего 8. И также мы получили руну. Называется «Руководство». Руна Кэрилла, найденная старым охотником Людвигом вместе с мечом священного лунного света, повышает количество здоровья, восстанавливаемого объединением. Когда Людвиг закрыл глаза, он увидел тьму или бездну, в которой его взору пристали крошечные сияющие существа. Людвиг был уверен, что танцующий свет укажет ему путь, и расстался со своим страхом в самый разгар охоты. Возможно, именно это его и погубило. Что за сияющие существа? Возьмем еще ловкости. И Динка меня просил после стрима рассказать больше о Людвиге и вообще больше о лоре, который был в основном Bloodborne, так как все уже наверняка забыли. Но если я сейчас начну все это перечислять, во-первых, это займет очень много времени. Я не хочу сейчас на этом заострять внимание, так как я уже говорил, будет отдельная серия по лору, где я об этом более глубоко все буду рассказывать. Единственное, что я могу сказать, если вы не помните вообще, кто такой Людвиг, вам необходимо прочитать несколько вещей. Это медальон старшего охотника. Как раз вот этот медальон принадлежал Людвигу. Также значок охотника с мечом. Один из знаков, изготовленных церковью исцеления, серебряный меч, это символ охотника церкви. Людвиг был первым из будущих охотников церкви исцеления, многие из которых были клириками. В итоге клирики превратились в самых ужасных чудовищ. И также еще есть несколько оружий, которые продаются в магазине. Священный клинок Людвига, который так и называется. Хитрое оружие, которое используют охотники церкви исцеления. Говорят, серебряным мечом пользовался Людвиг, первый охотник церкви. При трансформации он соединяется с ножнами и образует двуручный меч. Его конструкция несколько отличается от обычной. Он изготовлен из серебра. Это значит, что церковь готовилась к нашествию совершенно иных чудовищ. И также еще есть огнестрел. Ружье Людвига. Ружье, которое обычно используют охотники церкви. Говорят, этим ружьем пользовался Людвиг, первый охотник церкви. Ну и дальше. Дальше, в принципе, все то же самое. По поводу лунного меча. Еще забыл сказать. Этот меч является, можно сказать, неотъемлемым атрибутом всех частей Dark Souls. И Bloodborne он тоже не обошел. Если бы мы ее не убили до конца Людвига, это сделал бы Саймон. A tragic figure, but he will shame himself no longer. He died with his ideals untarnished. He was a true hero and earned that much at least. Do you know why the hunters are drawn to this nightmare? Because it sprouted from their very misdeeds. Things that some would rather keep secret. A pitiful tale of petty arrogance, really. High time someone exposed the whole charade. Now, now. You seek nightmares and the secrets within, do you not? Now, now.
Так, и как я уже говорил, что вот эти все тела, просто огромное количество тел. И это, возможно, как раз тела убитых самим Людвигом. Как мы знаем, охотники охотились. Охотились на чудовищ, но эти чудовища раньше были людьми. И возможно, что охотники не всегда охотились только на чудовищ. Возможно, они также для каких-то целей использовались церковью исцеления. Возможно, сами даже об этом не подозревая. Только ты настоящее оружие церкви. Заперто, пока заперто. Это тюрьма. Тюрьма для охотников. Да. Работают в паре. Говнюк. Это у него пули самонаводящиеся. Опс. Инвалид со снайперским ружьем. Ртутные пули. Здесь тоже заперто. Похоже, что церковь исцеления садила в тюрьму неугодных им охотников. Если приглядеться, то за решеткой можно увидеть некого человека, который трясет колокольчиком. Но я не слышал звона. Вы можете сказать, что слышите, он обзовет вас лжецом, в принципе, ничего не изменится. Secrets better left alone. Only a fool would so brazenly roam. Bear in mind, some places are better left untouched. Only fools would brazenly roam. Bear in mind. Пока мы к нему попасть не можем, у нас нет ключа. Зажгем свет. Здесь у нас труп огромной охотницы, которая, похоже, до последнего чему-то молилась. Кулак Грантии. Кусок железа с дырками для пальцев. Огромная и неуклюжая охотница Грантия получила прозвище «Простушка». Она так и не научилась пользоваться огнестрельным оружием и вместо этого била чудовищ тяжелым куском железа, часто ошеломляя их. Грантия была отличной охотницей, а те, кому довелось повидать ее в деле, называли ее настоящей героиней. Неудивительно, что это оружие было названо в честь ее. Здесь сейчас будет неприятное место. Очередной главный собор церкви исцеления. Да, в кошмаре их целых два. И мы как бы сейчас в данный момент уже попадаем, можно сказать, на второй уровень кошмара.
Как я уже и говорил, что в Bloodborne существует несколько уровней кошмара. И, соответственно, если это другой уровень, предназначенный для других целей, то и локации могут повторяться. То есть это очередной центральный собор, где мы били викария Амелию. И, как можем видеть, вдалеке молится женщина, очень похожая на викария Амелию. Интерьер немного изменился, здесь появились кровати. Довольно роскошные кровати, не совсем похожие на обычные. И за углом находится очень вредный противник, очень мощный противник. Можете видеть, что снимаю я ему очень мало. Но самое страшное то, что он не один. И здесь лучше нам отступить. Нет, не было парирования. Не странно, он пользуется мечом Людвига. А на нем надет сет, черный сет Церкви Исцеления. Сдохнешь ты уже наконец. И, судя по крику, это была женщина. Знание безумца. Ну, с тобой-то мы уже разберемся. Скорее всего, это и есть викарий Амелия, только в кошмаре. Мы ее убили в реальном мире. И вот она перед нами. Пользовалась некой магией, и также у него в руках была трость. Здесь нам понадобится ключевой предмет, который назывался подвеска в форме глаза, для того, чтобы попасть в запретное место. И с этого места Bloodborne начинает напоминать некий фильм ужасов. Очень криповое место, которое называется «Зал исследований», где Церковь Исцеления проводила свои опыты. Но это будет в следующей серии, а сейчас давайте заберем кое-что. Разработчики Dark Souls и Bloodborne очень любят такие секреты с поднимающимися лифтами.
которые скрывают что-нибудь интересное на нижнем уровне. Здесь это не исключение. Здесь мы находим реальный череп Лоренса. То есть получается, что в кошмаре мы находим реальный череп Лоренса, а в настоящем мире мы находили череп Лоренса, который превратился в чудовище. Череп Лоренса, первого викария церкви исцеления. В реальности он стал первым церковным чудовищем, и его человеческий череп сохранился только в глубинах кошмара. Череп символизирует прошлое Лоренса и всех тех, кого он не сумел защитить. Он до сих пор пытается его разыскать, но даже если он преуспеет, память не вернется к нему. Это ключевой предмет для того, чтобы вызвать Лоренса на битву. Если вы помните, Лоренс — это тот самый ученик мастера Вильяма, который его, можно сказать, предал, покинул и создал церковь исцеления. Церковная пушка. Да, очень много приходится подниматься и спускаться. Давайте пока почитаем церковную пушку. Оружие чудовищных размеров, созданное для членов церкви исцеления. Такая пушка выпускает летящие по изогнутой траектории снаряды, которые взрываются при попадании. Изначально его не доверяли охотникам и вручали только не слишком умным, мускулистым прислужникам. Вскоре стало очевидно, что подобным людям часто не хватает сноровки, чтобы обращаться с огнестрельным оружием, и о нем очень скоро забыли. В кошмаре нашлось для него место. Ну что ж, наверное, пора заканчивать на сегодня нашу серию. Единственное, давайте еще сделаем пару вил. Потому что эта локация очень обширная, и на нее понадобится очень много времени, чтобы ее полностью исследовать. Afraid I've dropped them in a puddle. Everything is pale now. И некоторые считают, что это Айлин, потому что по тембру голоса и вообще голос очень сильно похож. Ну, я не разделяю это мнение, потому что, ну. Да, голос действительно похож, но Айлин пока не может быть здесь, потому что в реальном мире она еще пока не умерла. Мы попадаем в этот кошмар до того, как Айлин погибает, а Айлин погибает от рук охотника после наступления Красной Луны, после гибели Рома. Рома мы пока не убивали. Ну что ж, на этом я заканчиваю сегодняшнюю серию. Увидимся в следующий раз. Пишите свои замечания, свои предложения. Ну, а с вами был Голодный, и всем пока-пока.